Ну что, дальше. Что за Suicide King? Твою мать! Они серьезно? Понятно, надо попадать. Да куда? Ладно, я бугуртил по поводу челленджей, но они прикольные. Они долбанутые, они очень долбанутые. Я бы не захотел такие челленджи проходить еще раз, но они прикольные бывают. Где Suicide King? Так, вот вам ссылочка на Вики. Там, ну, на челленджи и как бы на Википедию. Она хорошая. Так, Solar System. Давай, Айзека. Ну, по идее, если... Pretty Fly. Ой, я еще за Лазаруса играю. Are you Wizard? Так. Так. Мистер Мега, My Reflection, Random Pill, No Treasure Rooms. No так no. Для меня это вообще фигня сейчас. У меня там... Ой, нет. Раз, два, левый. Ай, два, правый. Ближайшие 40 минут стрима бомба Лейла. В каком-то смысле, да. Просто здесь работать надо, скажем так, с ближней дистанции. Обычно с дальней бьешь и пикаком, а здесь надо вот с ближней. И это пипец. Вот, видите, я подошел поближе, бум, нормально все. Но подошел поближе с пикаком, это знаете, такое... Не всегда получается, мягко скажем. Не, больше рандома, к черту все. Блин, не работает, жаль. Пошли вы, Гёрдлинг. Пошли вы обе. Точнее, Гёрдлинги. Красивые слезы. Да. А эффект какой прекрасный. Так, ладно, Red Bull. Хорошо, я погнал. Мне кажется, ему раньше апы нужны. Кстати, я еще ни разу себя не подбил. Что удивительно вообще. Ау. Ну вот, собственно. Вот, собственно, и первые два. Что уже в пределах нормы. Ну а что, неплохо. Тайни Плэн отсюда. Разрешите поинтересоваться, за каким хреном она тут нужна? Или у меня проблем, может, мало? Фу. Хренашеньки себе. Шот спидап. А вот это я Евгений. Mm.
Да, запереть самого себя, это вообще, это было просто экстра генитально. Не гениально, генитально. Я гребаный гений. А мне все похуй, я сделан из мяса. Все равно эпизод на YouTube не пойдет. Можно материться. А, пошел к хренам. Оп. Нет, уродца. Ауч. Фок. Фок. Привет, people. Оу. Так, плацента, HPA, валим. На что я сейчас рассчитывал, кто-нибудь может мне сказать? Там типа один вариант только, получить в морду. Да, вот воистину, Suicide King. Full health. Бесполезно. Я бы назвал игру «Вернись». Что, паучки? Плохой день, да? Вот у меня тоже. Фух. Квадшот мне в комбо. Сплюнь! Квадшот мне в комбо. Посмотрите, какой добрый человек. Квадшот тебе в комбо. Убить меня захотел, да, прямо тут? Ну, спасибо. Я знал, что вы тут добрые. Не думал, что настолько. Оп. Я открываю двери, как про. Никто так двери больше не открывает. Вы думаете, промазал? Нет, это скилл. Пиромантера мне в комбо, вот это да. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Не попало, не попало. Да, я сам себе вхлебало. Накидаю. С утреца. Обидно, что обратно придется переться. Пум. Так, 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 так. Секунду, ребят. Так, я снова тут. Не попал! Не попал!
Shielded Tears мне в комбо. Ну, спасибо, блин, большое. Брал уже как-то. Угу. Понравилось. О, ты не представляешь. Где босс-то? Блин. Не надо было идти обратно. Черт. Это я просто проморгал. Ну, замечательно. Ау. Никогда не скипайте заставку кнопкой А. Это выстрелит вниз. Мы уже выяснили на одном из стримов, что это именно так происходит. Кирсутай? О, да. Да ну нафиг. Я промазал. Да ну нафиг. Блин, а ведь придется туда переться. Ауч. Квадшот, Шилтерс и Керсотай. Кто больше? Кто больше меня... Что? Кто больше меня ненавидит? Почему слезы стали круглыми? Я выбросил Flatworm. Тринкет у меня был такой. Давай. Ну. Собака сутулая. Бесишь, блин, игра. Блин, бесишь. Не нравится мне эта идея, но мне кажется, мне вниз. Range down. Интересно, как это скажется. Оло, лошеньки, лоло. Кто заказал мне звездюли? Ну, признавайся, блин. Хорошая порция. Звездюлятинки то. Ауч. Могу и кони двинуть. Хотите, покажу как. Смотрите. Надо же. Живой. Не умирай. Это Suicide King называется. Чё не умирай? Чё ты чушь несёшь какую-то? Я должен умереть. Ведь про это же челлендж, да? Ауч. Блин, я на автомате стреляю сразу. Чего не стоит определенно делать. Фу.
То, что я, в принципе, жив, это уже достижение, по-моему. Просто achievement get. Не сдох через 5 секунд после такого комбо. Я не шибко хочу туда идти. А он не шибко хочет сюда идти. Вернее, он даже не может сюда идти. Так, чего из-за карта? Нет, Эмпресс не нужна. Чуть чап такой толстый. Просто я косой. Все нормально. Кажись, у меня проблемы. Фух. Пилюлю full health по-хорошему бы сохранить. Не. Ну ее в пень. На YouTube эту серию? Не. Не, спасибо. Да скучно, ребят, скучно. Так, это у нас Womp 1. Мазафака. Это КХП от Регениус. Ладно, посмотрим, как это работает. Привет, Man of Meat. Как-то это не так работает. По-моему, как-то это никак не работает. Давай гребаный 10-й челлендж. Хоу. Ау! Блин, они же должны были укатиться, какого хрена? Или у них типа это, правостороннее движение там, все дела. А, да ну их в пень, этих мобов. Знаете ли, дамы и господа. И пикак стреляет так же, как обычный слез, но выглядит, как будто шарик подлетает вверх. И что это, простите, дать мне должно? О, это уж глаза режет. Плохо.
Да наконец-то же, блин. Ура. Все равно я, наверное, умер. Но если бы это было так легко здесь выжить, я думаю, это не называлось бы Suicide King. Блин. Без full health будет тяжело. Да блин, ну хватит пулять. Оу, oh yeah. Да никто не говорил, что будет легко. Никто не говорил вообще. Если кто-то говорил, то он не играл в этот челлендж. А кто не играл в этот челлендж, тот не играл в этот челлендж. Очевидно. Так, я хочу здесь поиграть. Full health, меня радует. Денег в семье, сегодня умер мой любимый дедушка. Сижу в общаге, пью второй литр вина. Ну, сочувствую провалом. О, Толик. Толик же, да? Я тоже надеюсь, что я пройду. Потому что... Второй раз я за это не хочу садиться. Это как карта Восл с комбо более там 800. Даже если она не сложная, ты не хочешь второй раз играть. Потому что второй раз, блин, придется проходить там те же 5 минут сидеть за картой. Не бери в этом челлендже Тайми Хэт никогда. Не бери с эпикаком Shielded Tears и в особенности Кирсутай никогда. Нет, Тайми Хэт — это самоубийство. Прямое. Вполне себе запланированное. Я представляю, как все сначала летит в разные стороны, а потом в меня. Так, моя задача — пройти сейчас чрево 2, не потратив пилюлю Full Health, и донести ее до босса в соборе. Ну и за счет полета мне, наверное, будет немножко полегче. Это последний забег. Не знаю, где босс, может быть. Are you wizard? О, нет. Я определенно нифига не волшебник. Фу, что это? Анзнус. О! О! Слушайте, классно. Это, видимо, одна из тех рун, которые я сегодня открыл. Там чувак, который бомбой поймал голову, это мой ученик. Великолепно. Великолепно. Спатеньки хочется. Так ложись, дебош. Ау, 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 ау. Больно.
Фух. Замечательно просто. Спасибо, твою мать, огромное за мобов. Такие-то дабл-трабл прямо. Нет, сволочь, все хп. Выжрала, паскуда такая. Окей, я не хочу этого делать, мне придется вернуться и поиграть на автомате и как-то деньги там выбить или что-нибудь еще. Какое у меня местное время? В смысле? У меня сейчас 10:30 вечера, если это об этом. Да ё-моё. Да хватит меня телепортировать. Оу-оу-оу. Где мой full health? Отлично, вот он мой full health. Третий, если это шутка, я тебя стукну. У меня на час меньше, чем в Москве. Красные сердца. Рейндждаун, нет, спасибо. Красные сердца. Вспоминаю, умираю, красные сердца. Ладно, дальше давайте. Блин. Ты пойдешь вперед, сволочь. Давай, никаких лабиринтов, ты идешь по прямой. Великолепно. Ну его.
Красное сердце. Хорошо. В принципе, я слышал, что вылетает игра в некоторых, когда играют на этой машине. Точнее, не слышал, я читал. Твою мать. Не говорите, что мне туда вот налево надо идти. Так, ладно, все в порядке. Бомб у меня много. Да и могу и пикаком открывать, если что. Сосредоточенность и концентрация. Фух. Нет. Item build — это челлендж. Здесь один item build. У меня, в принципе, по-моему, ничего нету, кроме дефолтного вот этого всего добра. Я вроде как ничего не поднимал. Тут мистер Мега, Эпикак, My Reflection. Ну и лошадка, вот я лошадь поднял. Да, My Reflection, 3 HP апа, скидка, мистер Мега, Эпикак, конь, шар восьмерка, плацента и полароид. Все. Реальная траектория полета, Эпикаки отличаются от видимой. Это мне как-то помочь должно. Правда, то, что я, даже если я буду знать, как оно летает, мне это все равно не поможет. Согласись. Просто потому, что это взрывающаяся штука, которая летит в обратку. И мне как-то проще как-то вот так сделать. Я понимаю, что ты хочешь помочь, но мне правда это... Я никак не смогу это сопоставить с игрой. Я уже как-то и приноровился. Это как с Гапи. Фигня фигней, но, блин, почему-то ты умеешь это. Спустя энное количество времени. Я уже весь уровень облазил. У меня сейчас картина мира перевернулась. Где? Босс. А? Там его быть не может. А, вот сюда, наверное. Спать не хочется? Мне нет, если это вопрос ко мне. У меня только 10:30 вечера. Во мне две кружки кофе и полбанки Red Bull. Я хочу бегать, прыгать, бегать, прыгать. Хотя по голосу так не скажешь, на самом деле бодро себя чувствую. Оу, е. Вау. Айзек просто про уворачиваться. Ну или везунчик.
Фух. Ну как босс он, в принципе, ни о чем. Я full health-то хотел только потому, что я, скорее всего, сам себя надамажил бы по дороге. А, ну и вот, видите, если не попал. Что-то нифига ему урона не наношу. Бадам-бадам-бадам. Еще пару выстрелов. Hell yeah, пройдено. Наконец-то. Suicide King, карта от...